Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Да-да, и событие наконец-то стало доступно. Ну что же, ребят, я немножечко поиграл, посмотрел, я вам скажу, жесть еще та. Ну что же, не буду вас томить, поехали. Команду я собрал, но, честно говоря, она мне не особо чего нравится, мне надо, наверное, менять. Так, ну что ж, погнали. Надо очень быстро, тут офигеть, что творится, тут сразу же на тебя такие набеги идут. И суть такова, ребят, нам нужно собрать как можно больше подарков. Да-да, подарочки мы тут будем собирать. Так, давай вот так сделаем. Ёлки-палки, вот это жесть, просто жесть, ребят. Так, секунду, мне нужно, кого мне нужно-то, я даже не знаю. Давай, наверное, вот так вот сделаем, Берса. Оу, да хорош, ты посмотри, как они... 3 секунды мне разбомбили автобус. Вы что, серьезно, что ли? Нет, ну погоди, погоди. Я даже... Слушай, слушай, подожди, родной. Давай мы с тобой сделаем, знаешь что? Как-то все так быстро и лихо, что я даже ничего... Медик, зачем мне здесь медик? Медик мне здесь вообще не нужен. От него здесь толку ноль. Кто же здесь нам пригодится, а? Я, честно говоря, даже ума не приложу. Куин? Нет, не надо Куин. С глушаками бесполезно. Берс может быть. Берс может быть, да, хорошо зайдет. Бочки. Так, ну ладно, Марины, Сонька. Турель. Нужна ли нам здесь турель? В принципе, нужна, ребят. Там потом пойдут шокеры. Черт подери, ну что ж так жестко-то, а? За... 10 секунд они мне размочили автобус, причем эти бегуньи. Ладно, ребят, давайте попробуем еще разочек. Слушайте, а сколько нам нужно? Ах, вот оно что, смотрите. Как только мы заполняем шкалу, мы получаем с вами подарочек. Не забывайте, что именно в рождественском событии мы получим с вами нового юнита. Какой он будет, я не знаю. И кто тоже, мне кажется, какой-нибудь Дед Мороз-убийца. Или что-то в этом роде. Но в любом случае надо пытаться. Так, у нас еще 2 попытки осталось. Причем одну попытку, ребята, у меня забрали непонятно почему и кто. То есть я когда зашел сюда, у меня уже было 4 из 5. Хотя я даже еще не играл ни разу. Фух, ну что, ребят, готовы? Жесть какая-то начинается. Смотри, сразу очень много бегут зомби на нас. Да успокойтесь вы. Так, давай, Берс, покажи им. Покажи им всем. О, понеслась. Давай, давай, давай. А если мы из пулемета? Ху-ху-ху. Ты смотри, что тут происходит. Бегуны, а вы почему не по форме одеты, а? Бегунчики. Я не понял юмора. Да ладно, шокер уже начинается. Ну, пулемет, давай, бомби. Чё ты бомбишь-то? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ури-битули, вот это жесть, я вам скажу. Ты посмотри, что тут происходит. Так, шокеры. Давай срочно энергию вызывать себе. Так, ставим бочку, вызываем Соньку. Давай, Марина, беги. Слушай, а что так тишина-то такая? Неспроста. Я вызываю пулеметный огонь. Давай, 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 давай. Ай, Соня здесь бесполезна или... Сейчас ее забомбят, наверное, я... Это что еще за... Это что за зомби сейчас? Только что в платьишках были, а? Ну, давай, давай, полный расколбас. Еще надо турель. Ребята, я ставлю еще одну турель. Ну его нафиг. Вы посмотрите, что здесь происходит. Еще музыка такая зловещая. Рождественская зловещая музыка. Да они сюда всех воткнули. Всех зомбарей, которые только в игре были. Ты посмотри. Огонь с пулеметов. Давай, 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 родные, бомбим. Так, турелечки. Слушай, а что, сейчас будет какая-то суперволна еще, что ли, по ходу дела? Ты посмотри, секунды пошли. Нет, только не суперволна, ребят, я этого не переживу. Я не выживу этого. Ёк-ломаны, ты... Это жесть! Тут и так невыносимо, как... Да... Я не успеваю ничего сделать, даже понять не могу, кто, что, куда, чего, зачем, почему. Турели вставляют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не надо. Давай, турельки, бомбите по этим гадам. Так, камикадзе вышли. О-о-о-о-о-о, жесть, это, ребята, жесть.
Если вы когда-нибудь видели жесть, то вот она. Посмотрите и полюбуйтесь на нее. Тут ничего вам не поможет и никто вас не спасет. Посмотри, ёпарсоты. Охереть, кто здесь может устоять против вот этой армады? Кто? Таких нету и не будет никогда, ребят, поверьте мне. Это никто не устоит. Это невозможно пройти. Это, ты посмотри, сколько тут камикадз вышло. Я за всю историю этой игры не видел такого жесткого ивента. Ё-моё. Ну, давай посмотрим. Мы, надеюсь, набрали хоть немножко-то себе подарочков. И какой-то дадут нам приз. Нам дали приз, да, ага. Монетки. Так, нам дали краску. Хм. Интересно. Интересно, ребята. У нас еще одна попытка. А я ее потрачу. Мне очень хочется узнать, что же там будет дальше. Блин, ну хотя бы еще бы так вот 96-97 убийств сделать, точнее подарочков собрать. И было бы хорошо. У нас одна попытка, ребят, одна. Фух, была не была, с богом. Фух, побежали. Начинается, да, все так миленько, нежненько. А заканчивается просто уму не описать, как тут жестко все. Ты посмотри, просто армада бежит на тебя. И против этого ты должен... Вот Берс, я вам сразу скажу, ребята, это убер-чувак. Он тут просто вообще... Ты посмотри, что он делает. Он просто отжигает по-черному. Крут, Берс это крут. Вот я думаю, если раскачать еще, ребята, бензопилу нам... Ох, вот они бы вдвоем бы просто спелись бы здесь. Так, турелька, у меня появилась, ребят, турелька. Я ставлю. Кто там, камикадзе уже, что ли? Да ладно, так быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Не надо мне здесь никаких сюрпризов. Так, выставляем везде мины. Мины, ну, бочки это как мины у нас. Слушай, ну, Берс, конечно, красава. Вот, Берс, красава. Ой, сейчас его, наверное... Нет, выжил? Выжил. Давай, родная Сонечка, ну. Ай. Тут, смотрите, и кислотники. Кого здесь только нет. Тут все зомби, которые в игре. Даже есть такие, которых я и не видел. Например, вот эти вот. В юбочках. Кто это такие? Откуда они взялись? А музыка прикольная. Музыка вообще обалденная. Рождественская такая зомби-музыка. Не-не-не-не-не-не, не позволю здесь никому буянить. Слушайте, может быть нам Берс врубить? А нафиг я Берс врубил? Они же все равно проходящие, блин. Тихо, не надо. Давай. Слушайте, ребята, когда сейчас волна пойдет, вот где будет полная задница. Это точно. Кстати, здесь очень хорошо заходит коктейль Молотова. Судя по тому, как они здесь горят. Угу. Надо будет намотать себе на ус. Ребят, у нас что-то как-то подарочков-то мало. Меньше, чем в тот раз. В разы меньше. Так, давай. Вот она волна. Все, понеслась жесть. Все. Это будет просто сейчас звездец полнейший. Ты посмотри, что они делают. Они просто сметают все на своем пути. Конечно, огонь их хорошо поджаривает. Давай, пулеметчик, строчи, как никогда. Ух. Ну, Марина, ну что ты тупишь-то? Ёпарсоте, да как так? Это ад. Это ад просто, ты посмотри. Ёпарсоте, что творится? Так, ну слушай, а вот теперь мы, ребят, с вами набрали именно то количество подарков, как и в тот раз, 90. Даже в тот раз, по-моему, было побольше, 97. Ну что ж, давай посмотрим, что нам достанется на этот раз. Наверное, опять денежка, да? Ну-ка, порадуйте меня. Вау! Вы видели? Ху-ху. Так, повторить. Слушайте, ребят, я повторю. Я потрачу 350 голды. Да бог с ней, с этой голдой. Я нафармлю себе тут 20, 40, 50 тысяч. Ивент нужно пройти, понимаете? Нужно пройти ивент.
Ох-хо-хо-хо, да, тяжело, жестко. Я не знаю, но мне приходится, ребят, тратить свои бонусы. Ну а куда? Куда деваться? Никуда не денешься. Или мы проходим, или мы просто сдуваемся здесь, как лашпены. Я не лашпен, поэтому буду драться до конца. Берс, выходи. Надо подарки забирать, ребят, чтобы они у нас не пропадали. И тогда все будет у нас хорошо. Давай, 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 родные мои, я помогаю вам пулеметной очередью. Ой, сколько тут подарочков, красота-то просто какая-то. Ой, легкий солдат, ты слишком медленный здесь для этого. Берс, нам нужен берс. Фу, только берс может нам здесь помочь, да, ребята, и он помогает, причем очень хорошо. Значит, делаем выводы. Легкий солдат нам здесь не нужен. Нам нужны быстрые, мобильные юниты, понимаете, которые стоят дешево, да? И в то же время бомбят не по-детски. Вот, например, от Соньки я здесь вообще не вижу никакого толка, если честно. Давайте будем честны. Ну, она здесь не нужна. Вот берс — это красава. А знаете, почему берс хорошо здесь заходит? Потому что мы с вами очень быстро накапливаем ярость. А он вызывается именно за ярость. Поэтому он здесь очень даже кстати. Погнали. Ох, расколбас-то какой, а. Ну, Марины здесь тоже неплохо. Но Марины, он, по-моему, всегда неплохо. Он везде заходит отлично у нас. Так, давай, давай, бомбим. Да, я, кстати, же хотел взять коктейль Молотова. Ёлки-палки, совсем забыл. Йоу, просто жесть какая-то. Так, ладно, держимся, держимся. Пытаемся, ребят, продержаться как можно дольше. Не знаю, что у нас из этого получится, но будем стараться. Так, давайте-ка я вот сюда, наверное, бочку брошу. Прям туда, в середину. Так, берса. Ой, у меня турелька, ребята, упала. Делаем откат. Может быть, проживем еще маленечко с вами. Давай, 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 строчи, пулеметчик. Сколько? 59 подарков. Мало. Этого мало нам. Этого нам очень мало. Согласитесь, ну куда это 59 подарков? Это... Оу, а вот и волна. А вот и волна. Я, ребят, пулеметную очередь готовлю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 75 подарков, хорошо, хотя бы так. Давай, берс, выходи, твоя очередь. Ага, камикадзе. Так, еще одна пулеметная очередь. Давай, давай, и подарки собираем. Подарки, ребят, не забываем, что это наша основа. Мы, в принципе, только из-за них здесь. Ну, 91, это уже хорошо. Охо-хо-хо-хошечки. Поехали. Так, слушайте, сколько, интересно, сейчас будет стоить у нас попытка? Ну, во-первых, я хочу получить свой подарок. Будьте добры мне дать. И это нам дают денежку. Фу-фу-фу. 350. Не поменялось нисколечко. Поэтому поехали. Поехали еще. Будем, как говорится, до посинения бомбить. Может быть, даже мне, ребята, придется здесь как-то монтажировать. Ну, я вам покажу все-таки в конце результат всех моих страданий, стараний. И я думаю, вы оцените. Так. Хорошо пошло, а? По красоте. Что тут скажешь? Тихо, тихо, не надо буянить. Слушай, нам нужна откатка, наверное, да? Давай сделаем откатку. Берс. Тихо, тихо. Куда вы разогнались? Так, вот пулеметочку мы ставим. И понеслась. Так, я пулеметную очередь делаю. Отлично, по красоте. Блин, я опять, ребят, забыл взять коктейль Молотова. И, наверное, фриз-бочку надо будет здесь взять. Это вместо легкого солдата и вместо Соньки. Да-да-да. Но они здесь не катят, вы сами это видите. Слушайте, а вот эти вот новые зомби, они к нам в коллекцию входят или нет? Вот эти вот мертвые Санта-Клаус, так скажем. По идее, должны, да? Как бы коллекция наша пополняться новыми зомбарями. Тихо. Что тут? Ну куда ты? Куда ты бежишь, а? Куда ты бежишь? Олух, царя небесного. Так, раскидываем, распинываем всех. Пулеметную очередь пока придержим. Она нам еще будет нужна. Так, подарки. Не забываем про подарки. Их, правда, тут что-то как-то у нас мало. Но все равно, тем не менее. Так, берс. Марины, бочка, бочка, бочка. Все, по-моему, пора заряжать. Вот, 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 вот. Полный расколбас делаем.
Что ты там, пожиратель трупов? А вот здесь уже нужны бочки. В обязательном порядке, потому что... Нет, Берс красава. Берс просто великолепен своим вот этим вот уроном. Безумным. Так, погоди-ка, что случилось? Мне нужна турелька. Обязательно турель. Тихо, тихо, нет. Берс молодец. Он еще, знаете, чем Берс хорош? Мало того, что у него урон колоссальный, он еще очень быстро двигается. Он бежит просто, он не идет, он вот как вот Марины. Если легкий солдат, он бежит, но по нему не скажешь, он бегает, а ползет, черепаха. То эти ребята... Слушайте, а у нас подарков тут в разы. Оу! Оу, тихо! Да ну нафиг, 65 подарков всего мы в этот раз с вами набили, ну это как-то жидко. Это жидко даже для меня, ё-моё. И опять же нам дают только лишь деньги. Что такое 284? Ну... Так, ладно. Ребят, мы с вами хотели поменять, поэтому меняем. Мы убираем с вами Соньку, да. Мы убираем Соньку, ставим сюда коктейль Молотова. Я думаю, вот так вот будет. И также мы с вами... может быть, щитонос составить, а? Как вы думаете? Или все-таки Фриску? Давайте Фриску возьмем и поставим вместо легкого солдата. Мы с вами здесь сделали команду чисто из ярости. Получается так. Ну, в принципе, должно зайти. Поехали. Будем смотреть, как у нас так вот получится. Фух, поехали на ивент. 350 голды я трачу. Мне не жалко, честно вам скажу. Мне не жалко голду на ивент. А теперь погнали. Вот то, что у меня бонусы кончатся скоро. Вот это уже будет грусть, печаль на самом деле. Так, куда вы? Ну, вот куда вы, шантропа, разогналась, а? Ну, вот куда вы бежите? Получите, распишитесь. Так, бочку вот сюда, я прям в центр к ним. А я вот так вот их подпалю всех. Посмотри, посмотри, как они сгорают. Просто как спички. Поэтому я и говорил, что здесь как раз зайдет коктейль Молотова. Так, хорошо. Первая турелька, ребят, ставим. Ага, понеслась. Сами себе там поубивали, дуралеи. Берс, давай выходи. Сразу же Марины. Следом за Берсом. Вот сюда мы бросим заморозку, а вот сюда огонь. Ну, продолжаем. Делаем откат. Ты посмотри, как по красоте там происходит все. Они в заморозке ничего сделать не могут. Ха-ха. Круто. А я в этот момент пока расстраиваюсь. Давай-ка вот сюда вот прямо бросим. Подожди, я не понял, что, коктейль Молотова не сработал, что ли? Фи. Сплавились. Так. Слушай, ну смотри, идеально вообще идем. Даже врагов почему-то нету. Ну и подарков нет тоже. Так, а нам нужны подарки. Ну что-то как-то вообще. Воу. Так, ну-ка, Берс побежал. Да-да-да, конечно, ага, разогнались. Ну-ка, запалим. Горите. Горите в аду, бестии. Подарки забираем срочно все. Слушайте, ну тут вот хорошо получается, я вам скажу. Очень даже хорошо. Берс, плюс Марины, плюс турели. Плюс у нас под прикрытием пулеметная очередь. По красоте. Вот сейчас будет волна жесткая. Сейчас будет жесткая, жесточайшая волна, ё-моё. Воу. Ёпарсеты, у меня одна турель осталась. Всего лишь-то. Ну, сгорите в аду, блин. Всех зажгу здесь. Воу-воу-воу. Тихо, 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 не надо. Подарки, отдайте мне мои подарки. Что тут происходит, жесть, смотри. Я заморозку, ага. Заморозку, а нет, сработало. Нет, никак мне здесь, ребята, не противостоять этим олухам. 80 подарков на этот раз я получил. Что-то результаты еще меньше и хуже, чем в те разы. Ну, хорошо, давай посмотрим, что нам дадут в этот раз. Ё-просто, ребят, вы видели, сколько дают сундуков? Это просто по красоте.
Ну что ж, поехали дальше. 350 голды я отдаю и вперед. Сколько здесь всего этапов-то, а? Когда же я получу уникального юнита, если такой будет? Ну, вы представляете, да? Я получил 5 сундуков в первый раз, 5 сундуков сейчас. Это уже 10 сундучков. Шикарно. Это шикарно. Так, Берс, давай на выход. Вот так вот. Он один тут ушатывает практически полбригады, блин. Вот так вот, зажарили. Тихо, 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 вы куда это... Дамочки, куда это вы разогнались, а? Так, пока все хорошо, пока все ровно. Я выставляю турель. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ладно, придется так сделать, ребят. Но это вынужденная была мера. Да что ж такое, где мои все эти-то? Так, подбили. Замораживаем. Все, пускай тут стоят, думают. И сразу же, наверное... Нет, пока рано. Блин, я уже не могу отказаться. Ладно, пускай горят. Чепушилы. Фиговы. Ну, Берс, а? Все-таки не зря мы его прокачали. Жалко, у нас с бензопилой чувак не прокачанный. Они бы тут вдвоем, наверное... Ох, зажгли бы небеса. Так, ну что, давайте пулеметную, да? Давай пулеметную. Расколбас полнейший. Всего лишь 35 подарков на данную секунду. Этого мало. Этого очень мало. Так, давай, Марина, пошел. Заморозку бросаем. Ох, какая там куча заморози. И турелечки мои поливают. Ай, по красоте-то как. А я еще пулеметку включу. Ты смотри. Ты смотри, что там происходит. Что там творится. Жесть какая-то. Блин, ребят, я не успеваю опять набрать этих подарков за определенное отведенное время, понимаете? Вот в чем вся, как говорится, соль. Вам дается определенное количество времени. За это время вы должны набрать максимальное количество подарков. Если вы не успели, как говорится, то все, вы профукали свое счастье. Поэтому... Сколько? 75. Давай пулеметку включим. Ё-просоте. Так, ну что, 80, 83. И... Ну дайте еще немножко. Ну и еще маленько. Так, пулеметная очередь. Турель. Коктейль Молотова. Так, уже есть 90. Шикарно. Давай заморозку. Так, еще одну пулеметную очередь я воткнул. Во-во-во, вот сейчас вот хорошо. Вот сейчас вот было-было, ребята, было по красоте. Потому что я набрал 98 подарков. И почему-то у меня больше ничего нельзя было сделать. Рекорд написано. 98 подарков за один залп. Это, я считаю, да, действительно рекорд. Ну, хотелось бы соточку, да? Вот соточка была бы, наверное, идеально. Ну-ка. Вы издеваетесь? Вы вот сейчас... Прикалывайтесь надо мной. Слушайте, а давайте посмотрим, сколько мы заработали действительно с вами. 13! У нас 13 ящиков! Ну, это, ребята, просто шикарный подарок. Что я вам могу сказать? Ну и плюс еще я купил, стало 14. Слушайте, давайте посмотрим, что нам здесь хотя бы выпадать будет. Ой, ребятушки, ох, обточусь я! Если бы вы только знали. Это же всех своих, наверное, новых персонажей я смогу заточить капитальненько. Ну, не, конечно, не по хай-левелу, но все-таки где-то до уровня 8 на плюс 3. Это, наверное, точно. Причем, не забывайте, ребят, я еще ивент не закончил. Я просто смотрю, что нам выпадает. Сразу выпадает шоколадка, лекарство. Это уже второй уровень. Хм. Вообще, ох ты, даже, смотрите, даже третий уровень выпадает. Ну, с такими темпами. Да это вообще классно. Я думаю, ребята, вы меня поддержите в этом плане. Но все-таки моя цель в этом ивенте — получить обещанного нового персонажа. Очень хочется мне узнать. Главное, чтобы его не было у меня. Потому что в том году не было никакого рождественского ивента. Или, по крайней мере, я не помню этого. Так что я должен... Ой, и опять мы получили с вами кровь третьего уровня. Красота.
Так, ну что же, вы посмотрите, сколько нам досталось добра. Ой, создавать это, если мы предположим, вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще по красоте. В общем, обточусь. У меня даже денег не хватит, ребят, честно вам скажу. Мне придется, наверное, дня 2-3 фармить только бабло, чтобы обточить и обкрафтиться. Ну что же, поехали, наверное, я не знаю, может быть, сделать паузу, побомбить мне в тихушечку, а потом все это вам показать уже. Давайте, наверное, так сделаю, чтобы вас лишний раз не томить. Ну что ж, друзья мои, давайте подведем итоги. Я набил 1012 подарочков. В данный момент я первое место имею, но подарка, как говорится, юнита я не получил. Может быть, нужно завтра зайти в игру, а может быть, нужно в течение скольки-то дней проходить этот ивент, и потом ты получишь подарок. В общем, в любом случае, ребята, сейчас нет возможности этого проверить. Мы с вами увидимся в следующей серии, и я уже вам расскажу, что как почем. Получил, не получил. Ну, в общем, все это будет в следующей серии. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.